Сегодня столкнулась с первой проблемой жизни без мужика. Пришла домой с вечериночки. Думаю, сейчас как съем соленый огурчик. Я не смогла открыть банку. Огурец и ныне там. Вот оно. А вы думаете, что мы прикидываемся, что банки не можем открыть? Нет, вот реальная проблема. Сейчас я объясню, почему я ржу. Вот знаете, вот, вот смотрите, мужчина, да, живет один. В принципе, он способен протереть пыль, там, да, пропылесосить. Он способен в стиральной машине постирать вещи, способен себя прокормить. Способен, в принципе, все, что угодно сделать. Ну, реально так. То есть, жизнь мужчины без женщины, это, в принципе, ну, нормально. Но как только женщина осталась без мужчины, все, сразу же первый бытовой вопрос и косяк. Что делать, как быть? Кстати, вот знаете, у меня такая чуечка пролетела, что вот знаете, она первый день сегодня без мужчины, ее сразу потянуло на солененькое. Вот попахивает вот этой вот темой, что вот этот ее бывший может попасть на 18-летнее рабство такое в виде, знаете, дани. Ой, дай бог, чтобы я ошибался.